Единственная общественная награда, мы просто открываем ею перечень полного списка, которого мы не знаем, но это точно первая награда, которая на одной стороне здесь богиня победы, но с головой летит и награждает лавровым венком на фоне Крыма, написано 16 марта 2014 года. А сзади написано «За освобождение Крыма и Севастополя». И нам не пришлось долго выбирать, какая должна быть планка, поскольку все присутствующие в течение всех этих дней узнавали друг друга, ну, те, кто не были знакомы между собой, это, в общем, редко бывало, но все равно узнавали друг друга по этим георгиевским меркам. Поэтому мы решились вот таким образом сегодня. Ну и было сегодня вот эту медаль вам представить и наградить первых ее кавалеров.